Вася Сидоров – школьник, способный везде заподозрить неладное. Что он и делает, когда в городе появляется патруль. Именно Вася выдвигает теорию, что девочки не так просты, как кажутся. Инопланетянки мороженое едят? Конечно, в своей теории он ошибается, потому что волшебницы наши с Земли, а не из космоса. Вася тот еще искатель приключений. А вместе с патрулем у него их будет еще больше.